10 вариантов. Будьте добры по нашей нотации. То есть мы с вами договорились рисовать картинку и писать рядом числа. Числа нужны для того, чтобы картинки не путать. Проверять последовательность чисел намного быстрее, чем сравнивать картинки. Вот, будьте добры, заполните все 10 картинок. И чтобы наборы чисел были бы разные. Рисуете картинку, отмечаете максимальное независимое семейство и рядом пишите его числовой код. Какие вершины при этом отмечены, какие не отмечены. Что такое нольугольник, что такое одноугольник, что такое двуугольник. Не очень понятно, да? Не очень понятно. Тем не менее, оказывается, что мы для последовательности P от N какой-то смысл этим числом не дадим. Я пока просто напишу так. 3, 2, 5, 5. Для семиугольника сколько? 7. А вот для восьмиугольника 10, но это мы еще не нарисовали. Хорошо. Хорошо. Работаем. Для восьмиугольников. Для восьмиугольников. И можешь нарисовать каждый раз продиктовать последовательность, правильно? Да. Диктуй. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 3, 4. Дальше. 3, 6, 8. 2, 4, 7. 8, 3, 5. 3, 5, 8. 6, 8, 4. 4, 6, 8. А двоечку не взяли. Нет, вот здесь у вас ошибка. Так, ну давайте, на самом деле, уже довольно много он назвал, поэтому я давайте к этому рисую. 1, 4, 6, теперь 2, 3, 4, 2, 5, 7, теперь 3, 5, 8. 3, 5, 8, другой вариант. 3, что? 6, 8 сейчас. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Спасибо большое. Я не то отметил. Спасибо, что исправили. Так, мне осталось. 3, 6, 8. Отлично. Спасибо. Вот. 3, 6, 8. 2, 4, 7. Это 2. 4, 7. Это в книжке расширили, да? 2, 4, 7, теперь 3, 5, 8. Не хватает одного варианта, да? 1, 3, 6. 1, 3, 6. Давайте проверять. 1, 3, 6. Ну что? Что? Мне нравится. Мне нравится. Но есть большая проблема. Проблема в том, что мне нужна какая-то общая формула, потому что рисовать для 9, вот честно, уже нет. Да я в принципе могу, но уже есть ощущение, что это будет перебор.